62-е заседание Совета депутатов прошло с участием главы округа. Руслан Заголовацкий отчитался перед народными избранниками о деятельности за 2022 год. Рассказал о реализованных проектах, ответил на вопросы о перспективах. В планах этого года благоустройство сквера в деревне Савинской, замена труб и модернизация котельных округа, капитальный ремонт двух участков коллектора в Орехово-Зуеве. А в госпрограмме по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на ближайшие 4 года запланировано капитально отремонтировать 7 коллекторов. В 2024 году планируется проведение капитального ремонта 3 школ округа. Основного корпуса школы номер 16, школы номер 20 города Орехово-Зуево, Демиховского лицея.